Вот хочу я воспроизвести видео, которое с видеорегистратора я скачал. Он у меня на компьютере не воспроизводится. Что делать в этом случае? Вот пишет, невозможно воспроизвести файл. Не удается воспроизвести у меня на компьютере. Вот это видео я скачал вот с видеорегистратора. У него кодек идет 264-265. Его простым проигрывателем компьютера, который вы не сможете его воспроизвести. Возможно, тоже некоторые видео, которые вы тоже на телефон записали вроде бы, но и тоже он у вас не показывает. На телефоне тоже. Возможно, причина, он сохранился в другом формате. Все дело может быть в формате. Первый метод, самый простой, я это вам покажу. Это без никаких проблем, ничего не надо. Просто заходите себе YouTube и надо загрузить этот файл вам на канал. Так, берем, загружаем. Далее. Все, идет загрузка. Как он загрузится, мы должны этот файл просто скачать, и он у нас будет воспроизводиться. Все. Вот так решаем мы проблему. С обработкой, как он закончится, потом только я смогу это скачать. А нам с вами придется это подождать. Это первый метод. Давайте ко второму методу. Второй метод. Я вот нашел программу Handbrake. Но эта программа долго обрабатывает видео. Добавить файл найдем. Файл. Открыть источник. Так, новая папка. И вот этот файл мы берем сюда и закидываем. Все. 1920-1080. Ну, в каком качестве вы хотите его сохранить? Проблем нет. И все. Вот нажимаете начать кодирование, и все. Вот у вас процент пошел кодировки. Вот здесь вы можете выбрать его качество. Да? Веб. У меня вот Fast HD качестве 30 кадров в секунду я выбрал. Ну, вы можете выбрать, допустим, для YouTube там 1060 кадров в секунду. Но у видеонаблюдения обычно идет 25 кадров в секунду, поэтому не стоит тут 60 кадров вот так играться и выбирать. Ссылку внизу я оставлю, чтобы вы смогли скачать. Все, у меня файл загрузился на YouTube. Теперь я просто нажимаю здесь скачать, и у меня пошла вот загрузка. Нажимаю отмена, потому что у меня этот файл уже есть загруженный. Вот нажимаю, и все, оно у меня воспроизводится. Все, с этой мы всю проблему решили. Вот так спокойно скачайте, и вы можете смотреть это видео. Вот, всем спасибо.